С виду обычный студент, только в кармане, кроме студенческого, 4 золотых медали. Алексей Брянский – 4-кратный чемпион мира по плаванию, участник 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и студент 4-го курса училища Олимпийского резерва. В перерыве между сборами пришел на занятия. Для своих сокурсников Алексей стал примером трудолюбия и упорства. Преподаватели чемпиону поблажек не делают. Сегодня Алексей согласовывает тему дипломной работы – методика спортивной подготовки квалифицированных пловцов. Сезон выдался очень долгим, я устал и сейчас хочется отдохнуть и вообще не видеть воду. Знаете, у всех пловцов после тяжелых стартов идет отвращение к воде и просто даже пить ее неприятно. Несколько дней назад Алексей вернулся с чемпионата мира, который проходил в Канаде. В составе мужской сборной страны иркутянин завоевал награды высшей пробы на дистанции 4 по 50 и 4 по 100 метров вольным стилем. Как признается спортсмен, ехал за золотом, но на 4 медали даже не рассчитывал. Этот сезон был самым тяжелым и в то же время самым продуктивным. Сейчас в планах чемпиона отдых. Когда у Алексея есть возможность учиться, он учится. Вот здесь вот я ничего сказать не могу. Нужно сделать практически. Он никогда не ныл, не жаловался, что он не понимает, не может, что там много документов. Он сидит, читает, делает, отвечает. У Алексея хорошая база, хороший словарный запас. Дистанционно работаем. Берет задание, приносит. Несмотря на усталость, Алексей сегодня все же решился на заплыв, но уже не для старта. Для студентов училища Олимпийского резерва олимпийский чемпион провел мастер-класс. После его еще долго не отпускали студенты, задавали вопросы и, конечно, делали фото на память. Анастасия Цыганкова, Константин Синицын. Новости сейчас.